Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Но сегодня мы не будем разбирать Алену Швец, неужели? Сегодня также разберем еще одну песню Доры под названием «Дождик за окном» или «Почему?». Два названия одной песни, но обо всем по порядку. Бери инструмент в руки и погнали учиться. И перед началом, чтобы ее разбирать, давайте ее сыграем. Дождик за окном, почему, 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 почему ты не хочешь быть со мной? Почему, 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 почему ты звонишь, когда тебе плохо? Звонишь, когда одинок, звонишь, когда нужны деньги, но на меня нет у тебя попросту времени. Звонишь, когда тебе плохо, звонишь, когда одинок, звонишь, когда нужны деньги, но на меня нет у тебя попросту времени. Песня, не побоюсь этого слова, как всегда, моя любимая, супер простая. Тут всего у нас играется 3 аккорда, причем вся эта песня состоит полностью из, скажем так, нашего любимого арпеджио. Тут боя нет, поэтому есть что поиграть. Погнали! И начнем разбирать с наших любимых аккордов. Первый аккорд у нас будет Е. Мы ставим первую струну на втором ладу, потом вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Далее у нас идет аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. И третий аккорд, аккорд G. Мы ставим первую и третью струну на втором ладу и вторую струну на третьем ладу. Еще раз. E, M, D, G. Разбор на укулеле. Теперь, что касается арпеджио по-другому перебора. Мы играем четвертую и третья, вторая и первая струна вместе. То есть получается... Еще раз. Этот рисунок арпеджио мы играем на 2 аккорда. На Е, М и Д. И получается... А на аккорд G мы играем 4 струны одновременно. То есть вот таким вот образом. Теперь соединим. Прикиньте, это вся песня. Что у нас получается? Дождик за окном. Почему, 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 почему ты не хочешь быть со мной? Почему, 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 почему? И так всю песню. Вот все. Вот все на сегодня. Спасибо большое, что посмотрел этот разбор. Если он тебе понравился, то, конечно же, можешь поставить лайк, написать в комментарии, какую следующую песню мне разобрать. А также, если ты первый раз на канале, то, конечно же, подпишись на него, чтобы не пропускать новые ролики. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.